Ну, что за цирк ты устроил? Ответь мне! Кто за этим стоит? Кто сломал мне жизнь? За что? При чем тут за что? Чья это затея? Это обычная практика. Или ты, или другой дурачок с парой сотен миллионов в банке. Вызови их. Вызывай своих хозяев. Скажи, я буду стрелять. Глупости стрелять. Да в кого? Они придут. Я для разминки. С тебя я начну. Им плевать. Меня просто спишут. Никто не испугается. Боже мой. Откуда это? Что? Оружие это... Этот револьвер. Не пудри мозги, звони! У охранника был пистолет, откуда он? Это мой личный. Но дом обыскали. Не заметили, халтурщики. Осложнение, у него настоящее оружие. А у охранника какое? У него пугач, мы же играем. Нет, я теперь ученый, так что меня. Хватит мне тут это заливать! Это игра! Ты заказал ее сам! Чушь! Ты опять врешь, того парня Файнголда пристрелили по-настоящему. Подожди, откуда я тебя видел, знать? Как он упал! Чепуха! Хочешь знать, что там было? Спецэффекты, трюки, как в кино. Открывай! Николас, Николас, послушай. У него настоящее оружие заряжено. Заткнись! Ладно, все, молчу, не стреляй! Файнголд, мистер Фишер сейчас за дверью, он актер. Меня хотят убить. Ничего подобного. Убери револьвер, ты можешь совершить самую большую ошибку в жизни. Тебя страховали с такси. Там дежурил водолаз, у меня дома стреляли холостыми. Неужели? Честно, ты же заказал игру. Они ждут тебя за дверью шампанским. Николас! Черт подери, Конрад! Конрад тоже! Это его подарок! Хватит врать! Я покажу! Нет, стой на месте! Он вооружен! Отойдите от двери! Ты его убил. Кто-нибудь, вызовите скорую. Репетируй. Как ты могла допустить? Неужели нельзя было что-нибудь придумать? Не сумела. У тебя была рация. Я все время вызывала. Всему конец. Остаток жизни проведем в тюрьме. Мистер Ван Ортон, не открывайте глаза. Стекло безосколочное, но поцарапать может. Теперь смотрите. Проверь пульс. Теперь порядок. Ну и полет.
С днем рождения, Ники. Меня опоили, бросили умирать в Мексике, а взамен только дурацкая маечка. Что это значит? Подарок на праздник. Ты был таким занудой. Дамы и господа, мой брат Николас Ван Ортон.